Сегодня не получится пукнуть, так как какашка вылезает. Ну а перед началом данного видеоролика, дорогие друзья, передаю привет Максону, Джамилю, Суслику, пользователю под ником Фондикам, еще пользователю под ником Мой канал, ну и, конечно же, маме Казе Няшева. Привет вам большой, ребята, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и вы попали на мой YouTube-канал. И в этом видеоролике я отвечу на довольно-таки популярный вопрос. А именно, я отвечу, почему же моча воняет. Также плюс ко всему этому, независимо мужская или женская. Ну, моча, дорогие друзья, говоря простыми словами, воняет из-за бактерий. Бактерии бывают как и простудные, так и пищевые. Также надо сказать, дорогие друзья, что чем больше, сильнее воняет моча, значит, в моче содержится намного больше токсинов, чем обычно. Ну и поэтому вот и воняет моча. И, кстати, дополню под конец, моча у мужчин воняет сильнее. Так мне сказали по биологии в школе, ну и в интернете написано. Ну ладно, дорогие друзья, на этом все. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. И чтобы вы никогда не болели. Храни вас Господь и Аллах. Всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока-пока. До свидания. А пейте побольше чая и выводите токсины. Шлаки и токсины.